канале «Путешествие вдвоем». С вами Юля. И Андрей. И у нас для вас экстренное сообщение для всех туристов и гостей города Нячанга и вообще Вьетнама. Мимо нас проходит тайфун. Поэтому не рекомендуется выходить в море на кораблик. Да, кто следит, видите, какие волны поднялись уже. Говорит, это опасно, но я хочу искупаться. Нет, нельзя. Посмотрит мама. Поэтому будьте бдительны, будьте аккуратнее. С 30 октября по 1 ноября. Всем добра. Да, и так хотели рассказать, что есть специальные сайты госслужб о погоде, о прогнозе погоды, где вы можете ознакомиться вот с такими чрезвычайными ситуациями, быть всегда в курсе. Ну, не только ГОС, там есть приложение Винди. Если ты новенький был на нашем видео, то обязательно подписывайся. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, пиши свои вопросы в комментариях. Пока-пока!